Опа! Че, не ожидали, да, что можно выйти вновь на улицах, пообщаться с людьми? Но я долго думал, о чем можно поговорить с прохожими, и вспомнил, что есть охренительный повод, как будто бы. У меня день рождения, представляете, сегодня. И не просто день рождения, 30, мать его, лет. И я, знаете, что буду делать? Просто буду подходить к людям и просить, чтобы они меня поздравили. Вот так и будем сегодня общаться с людьми. Праздничный, юбилейный выпуск. Поехали! Да, на секунду. У меня день рождения. Поздравь меня с днем рождения. Брат, с днем рождения тебя. Спасибо, с днем рождения. С днем рождения тебя, брат. Спасибо. Подписан, вижу, все хорошо. Все, спасибо. Все, давай. Все, с днем рождения. Все, с днем рождения. Давай, спасибо, с днем рождения. У меня день рождения сегодня, можете меня поздравить? С днем рождения вас. Не, ну как-то, как будто мы типа друзья. Я друзей тоже так поздравляю. Можете мне что-нибудь подарить? Типа день рождения же просто. Блин. Я даже не знаю. Хотите чай? Чай? Прям да. Целую упаковку? Да. С днем рождения вас. Спасибо. Пожалуйста. Обнимемся? Конечно. Вы можете просто меня поздравить с днем рождения? Просто было бы приятно. Ну, давайте. Так, Руслан. Руслан, ну, поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья. Как же без этого? Чтоб все мечты сбылись. Что ж еще такого? Не, давай, как будто мы с тобой друзья, и ты такой, тебя просто меня от души поздравляешь прям. Ну, я постараюсь только. Типа, о, Рус, это же ты. А, Руслан, ты. Здорово. Здорово. Ты что-то хочешь нам рассказать сегодня? Да, я же вспомнил то, что у тебя день рождения. Так. Что ж, я тебе желаю счастья, так, здоровья, ага, чтобы все твои мечты сбылись, да и, в общем, чтобы у тебя все жизнь удалось. Спасибо. А вы же тоже, наверное, хотите меня поздравить, да, наверное? Да. Не держите в себе. Ой. Желаю вам самого-самого прекрасного, чтобы у вас все сбывалось, и чтобы всегда цели были достигаемые, и чтобы у вас все хорошо. А вы можете что-нибудь мне подарить? День рождения, это же подарки. Что поискать-то? Я могу маркер для одежды подарить. Маркер подарить? Для одежды? Блин, он тебе не нужен? Это прикольная штука же. Бери. Блин. Могу жижу для вейпа. Жижу для вейпа. Мне никогда просто такого не дарили. Пожалуйста. Обычно что-то лучшее просто дарят. Такого никогда не дарили еще. Все, обнимемся, ребят. Да? Блин, так приятно, капец. Да. Спасибо, спасибо большое, ребят. Извини, пожалуйста, можно на секунду отвлечь? Ну, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы ты поздравила меня с днем рождения. У меня день рождения. Я не участвую, не надо. Не поздравишь меня с днем рождения? У меня сегодня день рождения, можете поздравить меня с днем рождения просто? С днем рождения вас! Желаем счастья, здоровья, больше радости в жизни, позитива. Спасибо большое. Тоже что-нибудь скажите, пожалуйста. Желаем больше, не знаю, хороших видео, хорошего контента. А вы можете что-нибудь подарить мне? Что-нибудь у вас есть? Что-нибудь ненужное? Нет, ничего не нужно, нет. Может, что-то есть там в сумочке, какой-то фантик там валяется, просто типа подарок был бы, ничего такого нет. Главное эмоции, да, а не подарок. У меня день рождения, поздравьте меня с днем рождения день просто. День рождения вас. Поискренне, чтобы ну, не казалось, что как бы... Рождения тебя. Спасибо. Без меня. А можете что-нибудь подарить? Сейчас посмотрим, я что-нибудь... Что-нибудь не нужно, может есть, все, я вас отпускаю. И... Блин, блеск для губ. Нужен блеск для губ. Это главное же внимание, это же не главное подарок. Блин, у меня нет ничего прикольного, Аня. О, спасибо большое. Пожалуйста. Не, у вас ты тоже подарок. Да, вы не скидывались. Спасибо большое. Пожалуйста. Прикольно. У меня сегодня день рождения. Можете просто меня как-то поздравить? Ну, да, конечно. С днем рождения. Не, ну можно как-то, типа, как будто мы знакомы, чтобы не палить, что мы с тобой впервые видимся. А, ну с днем рождения, дружище. А можешь что-нибудь подарить мне просто? Может, тетя, может, что-то там есть? Сейчас посмотрю. А можно? А тебе нормально? Проблем потом не будет, Никита? Не, оно уже... Все нормально. А, это типа этот, не дошло кому-то? Да, с Яндексом уже договорились поздравить тебя. Все, спасибо тебе большое. Спасибо. Короче, у меня день рождения сегодня. Да? Вы можете просто меня поздравить? С днем рождения! Это все, что я прошу. С днем рождения! Желаю вам всего хорошего. Так. Удачи вам. Нет подписчиков еще больше, да. А можете что-нибудь подарить мне? Что-нибудь подарите? Подарить? Ну, что-то, может, у вас-то есть что-нибудь не нужно в карманах, там, сумочек. Брелок. Во, брелок. Прикольно. С днем рождения. Спасибо большое. Что-нибудь тоже подари мне? Ну, ничего нет. Ну, я вы не скидывались. Студент. Я бедный студент. Тогда обнимашки. Все. Обнимаемся. Все, спасибо, спасибо большое, девчонки. Руслан. Только так, как будто искренне, как будто мы с вами друзья. Как будто друзья. Друг. Дорогой. Дорогой сын. Да. О, папа. Как я рад, что папа, я тебя... Папа, почему я похож на соседа, а не на тебя? Это не так важно. Главное, чтобы ты был характер со мной, дорогой. Спасибо большое. Поздравьте тоже меня, что-нибудь скажите.
Ой, что-то так... Не, я так не могу. Счастья, здоровья, что ли? Ну, я так не могу, нет. Какой-нибудь музыкальный подарок в свой адрес. Кришна, Руслан, Кришна, Руслан, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Руслан. Блин, спасибо. Какой-то подарок еще будет? Да, я желаю вам побывать где-нибудь в интересном месте, где вам пригодится эта монетка. Это один египетский фунт. Офигеть вообще. С днем рождения. Спасибо. Немецкая еще? 1980. Это тоже подарок мне на день рождения? Вообще дорогая монета, 1200 стоит она. Просто дело в том, что я каждый день так хожу и говорю, что у меня день рождения, и так и зарабатываю. Так я так и понял. Меня зовут Руслан. Как тебя зовут? Родион. У меня сегодня день рождения. Ты можешь меня поздравить просто с днем рождения? Да, могу. Очень приятно. Да, могу. С днем рождения желаю счастья, любви к родным, умным быть в работе, но и много денег за это зарабатывать. Можно кратко обо мне? Давай. Я певец, начинающий исполнитель. Надо тогда показать, что ты умеешь. Рэп. Ты поешь. Рэп. Рэп. Давай рэп сделаем. Я топ-модель, я не вижу успех. Именно ваш для себя на подиум. Это успех, точно успех. Могет сказать, Алла, будешь мне показывать. Это Шанель Эль. И идем позже, мы приходим кто-нибудь модель. Тут много денег, что-то бла-бла. Что-то бла-бла. Ха-ха, хекс. Нешебник, на деле Фокси. Сам отменяюсь в моей горке. Все. Ну, у тебя такой стиль скриптонита, да, по-моему? Mm-hmm. Ну, первые слова я разобрал. Ты говоришь, типа, я топ-модель. Mm-hmm. Ты топ-модель? Да, я ходил модели. А чему тебя научили модель? Mm-hmm. Типа, не знаю, как-то походка. Стоять какую-то правильно. Походку у тебя есть? Позе. Ты знаешь модельную походку? Mm-hmm. Ты можешь чуть-чуть показать мне? Не, на камеру надо, на камеру. Давай туда. Okay. Родион, на камеру, да. Блин, круто. Что-то еще. Девочки, может быть. Алиса. Алиса? Которая не любит. Алиса тебя не любит? Mm-mm. А ты ее любишь? Да. Как думаешь, почему? Что не хватает? Почему она не твоя до сих пор? Не знаю. Там что-то не так. Ну, вы общались с ней, общались? Да. Ты ей говорил, что ты ее любишь? Да. А она что тебе сказала? Ну, она сказала, что мне не нужен такой. И все. Какой такой, в смысле? Топ-модель? Ну, стеснительный и все такое. Ты стеснительный? Mm-hmm. Ни хрена себе. Алис, на секундочку просто. Претензия к тебе сейчас как будто появилась. Человек стоит на самой оживленной улице Калининграда, играет, дает мне интервью, какой он стеснительный. Давай попросим, чтобы поставили лайк. Можно лайк поставить? Все, поставьте лайк этому видосику. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, тогда мы снимаем тебе клип. А можно я сам потешу и хочу сказать? Здравствуйте, дорогие подписчики. Всем пока, это был Родион Сафиулин. Начинаешь певец. Накопите на айфон. Купить тебе айфон? Да. Да блин, ну это уже... Давай мы с клипа начнем. А после клипа? Так, ребят, короче, если это видео... Давай еще раз смотрим туда. Жалобно, Оксана, жалобным взглядом надо, прям грустить надо. Если это видео... наберет 100 тысяч лайков, то мы купим айфон Родиону. 14 по макс телефон. Какой айфон? 14-й? Блин, что ты разводишь? У меня у самого 13-й. Я теперь понял Алису, в чем прикол. Ты слишком требовательный, слушай. Так нельзя требовать. Давай закончим на музыке. Сыграй что-нибудь нам. Другой стороной, да? Перепутал, да? Ты когда касаешься гармошки губной, ты думаешь о том, что это губы Алисы? Да. А делал так. Ты делал так? Но все впереди. Я Даша, у меня с Дашей что-то. Еще Даша есть? Mm-hmm. Так, погоди, сколько у тебя еще девчонок? Подожди, давай перечислим всех. Алиса, Даша, кто у тебя еще есть? Все. Ну, кого любишь больше, Дашу или Алису? Mm-hmm. Даша. И Алисю. Родион, в метро заезжаю, плохо связь ловит. Всем спасибо огромное за поздравления. Мне максимально приятно, что люди вот так вот на улице, даже не узнавая меня, некоторые вот так вот что-то отдавали. Видите, чай попью хотя бы сегодня. Вот. И хотел бы попросить вас тоже меня поздравить. И знаете, говорят, что надо дарить то, что человек сам себе никогда не купит. А я вот, знаете, в своей жизни никогда не покупал комментарии и лайки. Поэтому подарите, пожалуйста, мне лайки и комментарии от чистого сердца на это видео. Все, всем спасибо. Всех вас с днем рождения.
мама, да.